почему собаки это делают. Вам это может показаться неприятным, но собаки это делали и будут делать. Ну, как бы нет. Так, всем привет, меня зовут Анна Комарова, и ты смотришь рубрику «Интересные факты». Досмотри это видео до конца, и ты узнаешь, почему собаки так любят нюхать друг у друга под хвостом. Подпишись на мой канал, и ты узнаешь все о воспитании собак и кошек. Я рассказываю про разные породы и помогаю выбрать питомца именно для тебя. Со мной в команде работают ветеринарные врачи, кинологи, грумеры и даже зоопсихологи. Подпишись! Наверняка вы задумывались о том, ну почему собаки это делают? Зачем они нюхают друг у друга под хвостом? Все просто. Под хвостом у собак есть специальные железы, которые выделяют особый пахучий секрет. Ну, секрет не в смысле тайны, а специальную жидкость специфического запаха. Именно по этому запаху собаки идентифицируют друг друга. Такие железы есть и у собак-мальчиков, и у собак-девочек. Вам это может показаться не совсем приятным, но такое обнюхивание у собак равносильно человеческому рукопожатию или знакомству. Подписывайся на мой канал, и ты будешь знать еще больше о собаках. С вами была я, Анна Комарова. Пока-пока!